Извините, откуда вы прилетели? Из Сочи. У нас там квартира. Отдыхали с дочерью? И с дочерью, и с мамой. Ну, точнее, не то чтобы отдыхала, просто думала, что дальше делать. Что это значит? Ну, в последнее время между мной и Игорем не все было хорошо. Ну, точнее, все было ужасно. Он мне изменил с женой своего друга, Гена Пугачева. Гена, как узнал, все мне рассказал. И... ну, не знаю, какое это имеет отношение к делу, просто вы спросили. Расскажите про эту ситуацию подробнее. Это вам лучше с Геной поговорить. А я, как узнала, дочь сразу в охапку и в Пулково.